Комьюнити, ну бас, продолжаем. Следующий босс находится вот здесь, у подножия лестницы сели. Понеслась. Так, а что пишут-то вообще? Впереди слабый враг. Так, что-то, ребят, я бомбочки поставлю. Здорово, мужики. Стоять. Так, мечница Нокс. На, лови. И монах Нокс. Здорово, монашки. Слушай, что-то, мне кажется, нубасика тут обманули. Тут я просто смотрю. Смотрите, сколько тут ребят эти. Блин, кровищи. Да. Как это круто. Слушай, как они синхронно прыгают-то. Так, ну, наверное, с тобой. На те. Ууу, какой ты слабенький-то чувак. Блин, у него еще и глаза замотаны. Так, мужик, подожди, подожди, не кошмарь меня. Так, лови. А ты на те. Слушай, блин. Тут на коне можно прыгать? Серьезно? Серьезно? Не, ну на коне, наверное, глупо тут. Все-таки бегать, я думаю, можно и так его в легкую удел. Ну сейчас отпинаем мы. Слушай, блин, главное, чтобы они тут не нахлестали. Ну басика, не отшлепали, короче. Блин. На тебя. Слушай, ну они очень. Короче, нищеброды какие-то, слишком мало хп у этих чуваков. На тебе бомбочку. Как нормально тебе, да? Блин, нифига он тут с хлыстом своим. Так, ладно, мисклик. Да. Круто, да? Так, давай ему бомбочки, наверное. Ой, блин. Это, наверное, не парируйте. Так. Навожал. Блин, ты дурак. Да, отдыхай. Да будет огонь. Ну, интересные боссы, конечно. О, подожди. Текучий меч Нокса. О, слушай, пушечка какая-то. Так, меч. Так, подожди, это... Это какая-то сабля какая-то получается. Ладно, погнали дальше, ребят. Ну, интересный босс-файт.